Пассажир 21-го троллейбуса получил травму ноги. Инцидент произошел в пятницу около 7 часов вечера. Во время движения по Президентскому бульвару у троллейбуса разорвало заднее левое колесо. В результате в салоне треснули стекла, корпус транспортного средства тоже был поврежден. Троллейбус сняли с маршрута. Причины происшествия выясняют следователи. Будет проверена работа служб Чебоксарского троллейбусного управления, ответственных за техническое обслуживание троллейбуса, а также выпуск его на маршруты.